Казалось бы, простая вещь, да, термины футбола. Вот вы сейчас ее все получили. Мы делаем своеобразную презентацию этой книги. 14 апреля у нас состоится Конгресс Федерации футбола Украины. Мы обязательно всем вручим делегатам. Ну, казалось бы, мы все знаем футбол, в том числе знают его комментаторы, журналисты. Однако иногда неточные формулировки, недосказанное или пересказанное слово, оно влияет на качество материала. В ней содержится, и вы увидите, какой кропотливый труд был вложен доктором философии, профессором Константином Львовичем Вихровым. Он привлекал к работе, конечно, и здесь присутствующих людей, но он сегодня автор и презентует сегодня свою книгу. Все больше и больше начали употреблять вместо терминов футбола, которые играют немаловажную роль в становлении этой игры, обычные какие-то сленги. И сленги зачастую просто надуманные, они не имеют никакой под собой такой базы определенной. В общении со многими людьми, с журналистами и так далее, все-таки мы не нашли такого общего языка. Для этого мы предприняли такую работу, просмотрели словари Оксфорда, специальные словари английские, которые посвящены спортивной деятельности и так далее. И вот мы предлагаем вот эти термины, и те термины, которые были у нас еще оставшиеся от Советского Союза. Здесь, конечно, есть ряд особенностей, что мы переводили еще вот то, что было наработано на русском языке, перевели его и на украинский язык, чтобы можно было эту терминологию применять как на русском, так и на украинском языке.